встречаем клиентов. Вы нас откуда? С Алтайского края, да? Да, Алтайский край. Здравствуйте, Ильдар. Павел. Поехали? За машиной. Приехали мы на базу. В данный момент идет осмотр автомобиля. Напомню, клиенты из Алтайского края заказали у нас КАМАЗ 6522 с ассортиментов, с ГМУ. Машина 11 года, цвет хаки. Это вот красавец. Кабина у нас высокая. 105-я со спальником. Панель простая. Сиденье граммер. Бак на 350 литров. Площадка ассортиментовозная. ГМУшка, VPL-ка. Мосты у нас здесь Мадара. Резина КАМА 1260. Такой вот красавец для клиентов из Алтая. Кстати, машину поставили сразу на учет здесь. Заехали в гараж 500, закупились инструментами, все купили. Ну да, вроде бы. Взяли инструменты, вайку, едем дальше в плато. Съездили в гараж 500, закупили инструменты, зайку, закрепляем запаску, клиенты планируют уезжать сегодня. Машину откатали, проверили, все устроило. Дмитрий, КАМАЗ проверили, все нормалек? Ну да, сейчас небольшие неполадочки устраним, и все, и выдвигаемся, едем домой. Надеюсь, ну, все будет хорошо, удачно. Ну, все понравилось, все нормально, да? Да, все хорошо, все отлично. Машинка прекрасная. Планируй. Думаю, дороги не подведет. Конечно, нет. Планируете еще заказывать? Ну, скорее всего, да. Потому что есть еще техника, которую надо будет поменять. Ну, ждем. Ждем. В будущем, да, обязательно. Да. Ну, друзья, заправляемся и отправляем клиентов в дорогу.